Симба, вон они как уже дружат. А Зила, не приставай ко мне. Не приставай, умненькая девочка. Иди ко мне, Симба. Симба. Сейчас мы им гостим. Симба, иди сюда. Клава, уйди. Симба, иди сюда. Симба, поднимайся. Симба, иди сюда. Вот вам Симбочка. Симба. Не ходи. Азия, игра. Азия, игрушка. Азиза. Нельзя, не надо. Симба. Привет, моя Зина. А, все, учуяли, вкусняшкой. Вот, смотрите, Симбочка, он уже вон как с ними. О, такой разговорчивый. Все, ладно. Азиза, нельзя. Так нельзя. Не хочется. Нельзя. Давай на гостинице. Че, давай пряности? Давай, гости. Азиза, иди сюда. Опа, на трон. Ой, как вкусно. Разговорчивый, как Лолочка. Гостинуть. Симбочка, тебе привет от Александра Григорьева из Забайкальского края. И женщина, которая прислала 500 рублей, чтобы как бы на перевозку Симба. Его не перевозили, а в другой вольер переезжали. Тоже от вас гостиниц Симба. Спасибо большое. Тишина. Не я. Скажи спасибо, Ольга. Вон. Оля, скажите, пожалуйста, за имена, почему так вот названы? У нас Азиза приехала к нам в 6-месячном возрасте, это заявление шикарно. 6 месяцев ей было, она уже приехала с таким именем. Имя мы оставили, не имя. То есть имя мы не давали, у нее в паспорте такое имя было. И с таким именем она там приехала. А Клавочка? Клава тоже с таким именем там приехала, мы не называли ее. Клавдия. Клеопатра, так захотелось. Когда людей и Клава называют. Ох, разговорчивый. Клава. О, посмотрите, какая любовь. Симбочка хорошо ходит, прошел стресс. Азиза, наблюдает за мной, наблюдает. Да не ругайся. Да ладно, не ругайся. Чужих боится все-таки, да, еще? Не бойся, я тебя люблю. Да, люблю. Хороший такой мальчик.
Слышали? Чуть-чуть осталось. Давай. Давай, быстрее, быстрее. Быстрее. Азиза. Ой-ой-ой. Ругает.